Да, братья и сестры, аллилуйя, слава Богу, слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу, приветствую всех. Сегодня продолжается праздник Пурим, вчера вечером он начался, вот, и сейчас, вот, с 6 утра было чтение книги Исфирь, продолжение чтения книги Исфирь на этой утренней молитве, и сегодня читаем, да и завтра будем читать тоже, потому что великий праздник. 14-15 числа, полнолуние месяца Адар, 2-го, вот, завершающего год от нашего исхода. Вот, мы благодарим Господа за все. Вот, и сегодня, да, я еду снова на занятия, собираюсь говорить и о пуримных вещах, таких тоже в истории христианства, также о пуримах, которые происходят в жизни человека. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо тебе, Царь Вселенной всей. Спасибо, милостивый Государь. Спасибо, Царь Царей. Аллилуйя, слава тебе и хвала, Боже всемогущий. Благодарю тебя за этот Пурим 5779 года. Благодарю тебя, Господь, за великое чудо спасения. Благодарю тебя за царицу Исфирь, за Мордехая, за все, аминь. Братья и сестры, и совершим причастие Евхаристию, хлебопреломление сегодня, прямо сейчас. Рассуждая о теле и крови Христа, потому что для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, неважно какой мы национальности, культуры, если мы читаем Библию, то книга Исфирь для нас это одна из книг Библии, и праздник Пурим это наш праздник, независимо от национальности, культуры, потому что Бог, Он во Христе примирил с собой весь мир, всех нас, и дал эту великую благодать нам. Аллилуйя. Вот, и нам есть над чем поразмыслить. Новозаветным верующим в новозаветную эпоху, в эту эру благодати, нам есть над чем поразмыслить в Пурим. Вот, и сегодня буду говорить об этом. Не хочу как бы забегать вперед, поэтому, кто имеет возможность, то трансляцию включите с 10 часов. Ну, с 9 можете включать уже с утренней молитвы. Я постараюсь тоже сделать сегодня. Я имею в виду молитву утреннюю там, в школе уже, в школе. Школа библейского школа библейского христианского мировоззрения, так вот называется, да. Школа библейского христианского мировоззрения. Это молодежь с миссии здесь, в Киеве. Организация международная, у них есть школа недалеко, ну, на Сокарках, дачах. Вот, это от Славутич метро, там километров 6 ехать до Весняной улицы. Весняна 8. Добро пожаловать, если сможете быть, то приезжайте, пожалуйста. Вот, и с 10 утра занятия сами. В 10 утра буду подключаться на занятиях в прямом эфире. Поэтому вы можете все это вживую услышать, увидеть. Вот. Если не получится, тогда уже в записи посмотрите. Потому что эта тема очень важная. Тем более пуримная такая тема, она очень-очень важна на самом деле. Вот, примеров очень много хороших свидетельств из истории христианства, ну и своей жизни тоже буду говорить. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все. Благодарю тебя за все, а наипаче за спасение рода людского. Благодарю тебя за жизнь вечную, дар твой во Христе Иисусе Господе нашем. Благодарю тебя за милость Твою, за спасение. Спасибо, спасибо Тебе, Господь. Враг рода человеческого, человек-убийца, бросал жребий, как некогда Аман бросал жребий. Украсть, убить и погубить. Но, Господь, Ты совершил чудо. Боже, Ты совершил великое чудо. О, и все это зло было пригвождено ко кресту. Грех был пригвожден ко кресту, как Аман был повешен на древе. Иисус взял на себя наши немощи и болезни, и в лице Иисуса была распята грех, плоть греховная, было распято болезни, нищета, все уродство и убожество этого мира.
все зло этого мира, в котором мир лежит. Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь, за победу Твою, за Мордехая того древнего и за Мордехая действительно нового, который есть прообраз самого Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. За Исфирь, который есть прообраз Церкви Твоей. Один из прообразов. За иудеев тех тоже есть прообраз Церкви Твоей. Истребляющих врагов Божьих. Спасибо Тебе, Господь. Воюющих здесь, на этой земле. Боже, Царство Твое распространяющих. Слава Тебе, Господь, Царь Вселенной. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, и благословляю имя Твое. Пурим, друзья, Пурим. Пурим, Пурим, жребий от Господа, аллилуйя. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Величайший урок Пурима. И для меня тело и кровь Господа Иисуса Христа, для меня Новый Завет, это таинство новозаветное, это Христос во мне, а я в Нем. И действительно Он обращает все, превращает все. От печали, сетования к радости, к ликованию. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя. Аминь. Аллилуйя. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб с небес, Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, праведника, за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, Господь, за все. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, брат мой, друг мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благословен Царь Вселенной, давший нам спасение в крови Иешуа Машиаха, Спасителя нашего. Аминь. 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 Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя. Аминь. 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 Да. Да. Аминь. Я в тебе, а ты во мне. Ты мне всецело принадлежишь, мой возлюбленный, а я тебе. Спасибо. И ничто не разлучит нас. Лехаем. За жизнь вечную. Спасибо. Аминь. Аминь. Ты самый прекрасный. О, ты самый-самый-самый. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Господь грядет, Бог мой идет, мой возлюбленный грядет. Аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь. Спасибо за все тебе, Господь. Спасибо за этот божественный Пурим, свершающийся. Свершившийся тогда, 2500 лет назад, свершающийся сейчас, потому что ты и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Ты тот же, Господь, и доверяющий тебе, любящий тебя, призванный по твоему благоизволению. Ты все для нас превращаешь во благо. О, ты все обращаешь к лучшему. Спасибо тебе за великое сыновство, за то, что действительно мы дети твои. Спасибо. Спасибо, что живешь во мне, в моем сердце, в моей жизни, в моей душе. Спасибо. Благодарю тебя за братьев, моих сестер. Благословляю всех. Поздравляю всех вас, братья и сестры, с Пуримом, божественным Пуримом в жизни нашей. Аллилуйя. Перечитываем книгу «Исфирь», размышляем, молимся, благодарим Господа. Сегодня и завтра дарим подарки друг другу, не забывайте. Помогаем бедным, наипаче верным. Вот. В служении участвовать моем можете, тоже финансово там под каждым видео есть информация. С территории России, с территории Украины можно сделать это, пожалуйста. Так что сегодня не забывайте, кто может, кто в Киеве, приезжайте на служение, на занятия. А на служение в воскресенье на острове Рыбальском будет служение. Там я информацию подробнее выставлю чуть попозже. Вот, пусть Господь благословит. Кстати, я уже выставлял уже неделю назад, там уже есть уже анонс предварительный. Просто надо перепостить это все, снова поставить наверх. Хорошо, друзья, благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Из города Киева, с берегов Днепра, сердце Руси. Здесь бьется. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. И привет всем от миссии
от организации «Молодежь с миссией», от библейской школы, школа библейского христианского мировоззрения, где эти дни я преподаю. Вчерашние и позавчерашние занятия, все есть занятия на Ютубе, здесь трансляции сохраняются, поэтому можете просмотреть их пока. Вот. А в 10 утра, не забывайте, с 10 до 13 по киевскому времени подключайтесь к трансляции прямой онлайн. Не забудьте лайкать, перепостить, дайте вашим друзьям там посмотреть все это в социальных сетях обязательно. Пусть Господь благословит вас. Все, до встречи и на земле, и на небесах. Аллилуйя! Аллилуйя!